сам понимаешь. Там много. На твоем месте я бы слез с подоконника. А ты что будет? А ты мигом вылетишь из института. Вылечу из института? И как? Постой-ка. Ты только взгляни. Жвачка. То есть какой-то мерзавец решил, что может уродовать наш институт? Расходитесь! Здесь нет ничего интересного! Что мы знаем о владельце этой жвачки? Скорее всего, это студент. Скорее всего, у него есть рот. За мной. Ага. Что мы можем узнать о владельце этой жвачки? Так. Ну, что я могу сказать? Владелец этой жвачки юноша. Ему 18 лет. Рост 174 сантиметра, вес 83 килограмма. Волосы русые, глаза голубые. На щеке есть родинка. Его зовут Андрей. Отчество Сергеевич. Фамилия начинается на Сидоро. Черт. Это нам вообще ничего не дает. Спасибо и на этом. Сидоро. Я вот что не могу понять. Совсем недавно мы проводили собрание студентов, на котором четко рассказывали правила поведения в институте. Это что получается? Кто-то нас не слушал? Даня. Да не. Или? Да не. Но все же. Не. Ноу! Шеф, А что, если он нас слушал, но не понимал человеческую речь? Юджин, ты гений. За мной. Ну вот ты и попалась, тварь. Гениально, шеф! Постоянно жует и не понимает человеческую речь. Но, шеф, что она делала у нас в институте? Все очень просто, Юджин. Эта корова учится у нас в институте на первом курсе. Но как она туда поступила, шеф? Сдала ЕГЭ на 100 баллов и поступила. Но самое обидное, что с каждым годом в нашем институте становится все больше и больше таких вот коров. Но мы, Южин, очистим наш институт.